Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко посетил Донецкий электротехнический завод с целью ознакомления с текущими возможностями предприятия, а также его перспективами в обозримом будущем. В марте 2017 года в Донецкой Народной Республике было введено внешнее управление на украинских предприятиях, находящихся на территории ДНР, в том числе и на Донецком электротехническом заводе. Основная номенклатура производимой продукции – разработка и ремонт большинства электродвигателей мощностью до 1600 кВт, пускателей и подстанций во взрывозащищенном исполнении, а также шахтная сетка-затяжка и шахтная труба. Предприятиям направлены документы на включение в преференциальный список, удостоверяющий о происхождении товаров на территории ДНР. Также на предприятии формируется состав комиссии по проведению инвентаризации целостного имущественного комплекса. На сегодняшний момент предприятие работает само себе на цеха. Пока заключаются контракты с нашими угольными предприятиями, договора и с перерабатывающими, и с машиностроителями. Но в перспективе это выход на российский рынок и обеспечение полностью всей территории Донецкой Народной Республики той продукции, которую пускали этот завод. Завод будет развиваться. Основные цеха работают, я понял, что еще не все цеха запустили, но это процесс временный, я думаю, запустится, ну, как обещал директор завода, в июне запустится все. По состоянию на 27 апреля 2017 года на работу было принято 375 человек. Среднемесячная заработная плата составляет 14 654 рубля. 15 мая задолженности по оплате труда отсутствуют. Новым руководством подписаны договора на ремонт и поставку новых электродвигателей с государственным предприятием «Юзовский металлургический завод», филиалом номер 6 Ясиновского коксохимзавода, 7-м филиалом предприятия ВТС «Макеев Кокс». Также ведутся переговоры с представителями Ясиноватского машиностроительного завода и со 2-м филиалом Енакиевского металлургического завода. Стоит отметить, что государственное предприятие «Донецкий электротехнический завод» подало необходимые документы в Министерство доходов и сборов ДНР на ведение внешнеэкономической деятельности. В дальнейшем планируется получение сертификатов Евразийского экономического союза на продукцию предприятия и его сбыта. В завершении рабочего визита глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко выразил благодарность сотрудникам завода за их преданность своему делу на благо своего родного края. Сергей Михайлов, Елена Чистякова, Новороссия ТВ.